А что вы тут делаете? Чайком балуемся. А знаете, куда мы поедем? Куда? На аттракционы. Мы едем на аттракционы. Поехали с нами. Что за аттракционы? Это Ferrari Land. Это парк, посвященный машинкам. А учитывая, как Богдан любит машинки, мы решили туда съездить. Держи свою одежду. Фонтан машинки. Такое я, по-моему, еще не видел. Они раскаленные. Сколько температура сегодня? Сегодня температура 38 градусов. Поэтому мы в аквапарк сначала заглянули. Богдан скатился на всех горках, которые мог. И мы оттуда ушли, потому что уже не могли не успеть в Ferrari парк. Смотрите, какая огромная американская горка. Я туда не пойду ни за что. Феррари настоящая стоит. Феррари Pan America. Ничего себе. Я хочу всякую машину. Жалко, что не залез. Мы с Богданом хотим такую машину, да? А я услышал, я такую хочу машину, Света сказала. Вы слышите эти звуки? Да, это вот эти страшные звуки. Ужас. И Света хочет, чтобы я на таком прокатился, да ни за что в жизни. Мы побежали на детскую площадку в Ferrari. Ну не знаю, мне кажется, у нас такая в таких торговых центрах стоят, да? Но в Ferrari парке это всегда интереснее, чем просто где-то. Посмотрите, что я нашел. Богдан, а что ты смотришь? Машинку? Ничего себе! Вот эта машинка! А как она так едет? Не знаешь? Это люди! Ничего себе! Еще машинка, да? Да! Смотрите, сейчас она будет перекрашиваться! Сейчас цвет менять будет, да. А ну-ка! В салон поменяли цвет, да, Богдан? Да. Если мы побывали на одном Ferrari аттракционе, там нельзя было снимать, но я хочу спросить ваше мнение, как вам этот аттракцион? Это было такое погружение. Мы просто пролетели, как будто вот на самолете, не знаю, на вертолете, не знаю на чем. Но... Это круче, чем VR. Это намного круче, чем VR. Богдан, тебе понравилось? Это намного круче, чем кино 5D. Богдан, тебе понравилось? Что ты там видел? Да, супер! Это настоящие раритетные машины Ferrari. Ничего себе! Формула-1! Это реальная машина? Это реальная машина Формула-1. Ой, а вот еще этот Формула-1. Это прямо на такой машине катался самый настоящий пилот, самый настоящий Формула-1? Да. Я не верю, но оно... Я более того, я знаю, что здесь можно переодеться в пилота Формулы-1, помощника, вернее, пилота, и попробовать поменять колеса. Я не буду такой подвиг не способен. Но эта машинка, она кажется игрушечной. Подписчики, киянся, лайки нам поставили, и все супер! Богдаша, эмоции выше крыши. Папа, люди, сюда! Это же практически моя мечта. В такой машинке, пожалуй, даже я бы не отказалась. Богдан, покажи-ка всем, какую замечательную фотографию мы сделали. Ой! Ух ты! Ничего себе! Богдан настоящий гонщик. Богдан в настоящем болиде, да? Это болид Формулы-1. Правильно же я говорю? Да, болид Формулы-1. Посмотрите, что я нашел. Посмотри, Богдан. Катание на машинках, ты посмотри на каких, на Феррари. Пойдем. Я тоже хочу на машинку.
Я тоже хочу. Меня, подождите. Ждем. Гоняй. Ужас, вы это видели? Мы зашли куда-то не туда. Не туда? На очередь в соседнем отсеке. В общем, чтобы попасть на обычный аттракцион, нужно отстоять везде очередь, да? Огромную очередь в шаре. Это совершенно не комфортно. Сколько градусов? 38. Богдан, ты куда едешь? Сюда, в Петербург. Поедем! Ух ты, ничего себе! Я боюсь! Ой, давай здесь постоим, посмотрим, что здесь будет. А то никак! Мы тут по дороге едем, сейчас здесь ракета вот эта вылетит. Страшная. Подождем маму со Светой? Ну где же они? У нас зато машина, смотри, Феррари, желтая, да? А у них какая? У них? Не знаю какая, сейчас приедут, посмотрим. А, сейчас они стукнутся в нас! Богдаш, ты что тут делаешь? Машинку смотришь? А ты знаешь, что здесь делать надо? Здесь надо колеса менять. Видишь, там колеса сложены. И вот. А тут берешь, и вот смотри, здесь баллоны специальные есть. Да, ну вот эти колеса у меня вот эти есть. А здесь смотри, какие колеса у настоящих машин Формулы-1. Они, это как его, ну, гладкие. Видишь? А идите сюда, пожалуйста. Смотрите, а зачем вот это кнопочки? Кнопочки? Ну, это куча управления. Богдаш, а ты кого ждешь? Маму и Свету ждешь? А мы здесь ждем, смотри, что. Да. В общем, здесь сделана трибуна, как будто ты следишь за гонкой Формулы-1. И они с такой скоростью разгоняются, как будто действительно пилоты Формулы-1. Богдаш, а вас куда посадили? В пружинку? Как это у вас, мне кажется, маленькая пружинка. Вот там, вон там, я понимаю, пружинище. Ничего, а это... сейчас мы так взлетим наверх. А, то есть это детская пружинка, да? Детская пружинка. Ты не боишься? Ну давай посмотрим, как на детской пружинке. Он не боится. Не боится, точно? Поехали. Ну и как ваши впечатления? Богдан, как ты? Хорошо. Когда мы так сильно опускались, я прям взлазал так. То есть страшно было? Богдан впервые катается на пружинке. Да? Первый раз, да? Да, Богдан первый раз катается. Даже мне было немножко страшно. Почему вы такие грустные идете? Нас не пустили на аттракцион. Почему? Потому что Богдан оказался на 2 сантиметра выше какого-то их уровня, поэтому он может туда идти только один, а со мной нельзя. Как так? Вот так. А там в другом аттракционе нас не пустили, наоборот, за то, что он слишком низкий. А здесь он оказался слишком высокий. Пойдем туда, там американские детские горки есть. Детские американские горки? Поехали. Да. Так, вы куда сели? Куда мы сели? На американские горки. На американскую? Ну, детскую. Да? Чуть-чуть детскую. Ну, как вам американские детские горки? Богдаш, тебе понравилось? Нет. Почему? Потому что они такие странные. У меня котик сказал, что ему побоялся кататься. Короче, Богдаш испугался. Испугался, да? Да. И даже мне животик сказал, что он испугался. Даже животик сказал, что... Знаете, Богдан говорит, что ему даже животик сказал, что он испугался. Короче, хорошо, что мы не поели, да, я так понял? Ну вот смотрите, простая каруселька, да, Наташ? Да. Ничего страшного нету. А Богдана не пустили, очень странно. А еще тут по всему парку расставлены крутые автомобили Феррари. Вот смотрите. Это кто первое место, говорит, Богдан занял. И тут все описание. В общем, мы показали практически... Вот,
наверное, все детские аттракционы в Феррари-парке, да? Да, их совсем немного. Даже вон Света откуда-то выползла. Мы поехали домой, день выдался невероятно жаркий, мы очень устали. Надеюсь, что вам понравилось. Да, поставить лайк и супер лайк.